Ребята, всем привет, с вами Александр, видосик на канале Linka Game, и перед тем, как мы погрузимся в битву за приманку на Анкила Завридов, да, ну, примерно такой командой пойдем, блин, не, наверное, сейчас пойдем, потому что это собьется, не хочу заново выбирать. Ладно, сейчас пройдем этот бой, это, по-моему, редкая башня, получим награду, потом кого-нибудь качнем и пойдем еще в другую башню. Ну, сейчас разберемся, короче, что да как. Давайте начнем с анаконды. Может, она двоих анкилозавров проглотит, может, нет. Давайте замедлим. Это позволит нам походить, скажем так, два раза подряд. Ну, прикольная анимация. И у нас снайперский удар, блин. Ой, вообще не по приколу. Так, ну тут есть удар сквозь щит. Здесь нет ударов сквозь щит. И здесь нет ударов сквозь щит. Ну печаль какая-то получается. Не на кого нам особо подменяться. Вообще удар никуда. Анкилыч у нас и так там сколько? 30% брони. Того, гляди, анаконду нашу завалит. У нас уязвимость. Это печально. Успел, по-моему, скриншотик поймать. Вау, нам тут на 50% уязвимость. Насколько она там у нас... Блин, а у него щит сколько? 4 хода, 50% брони. Блин, ну это вообще не по феншую. Давайте будем как-то подменяться, потому что мы его так не пробьем. Алараптор, ребятки. Я хочу игрушку Алараптора. Так, может, пробьет? Блин, 8 хелсов. Ну что ты будешь делать? А он нам не кисло так раздает. Разрушая щит, наносит бронебойный урон. Ладно, обычным ударом добьем. А, непобедимость у него. Ну ладно, 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 ладно. Тогда вот так. Восстановим свое здоровье. Он так и подменился, вот сволочь, ну ладно. Вот это поворот. Не успел даже писнуть. Специально для тебя. И сквозной удар. Вон, ну, кстати, прикольное название. Сквозной удар. Просто сквозняком сейчас сдует этого анкилозавра. Так, это значит, у нас была башня нередкая. Это была башня за приманку. Башня за какую-то приманку, хотя они мне не лезут, у меня приманок всегда полно, я ими не пользуюсь. Так, смотрите, ребятки, мы можем качнуть какого-то парнишку. Я, кстати, провел несколько боев уже на арене PvP, то есть кое-как с горем пополам раз через 10 находится противник. У меня там уже 4700, по-моему, надо как-то добить до 5000 или 4500. Сколько там надо? 4300 у меня было, наверное, 4500 надо, чтобы арена сменилась. Сейчас я вот кентрозавров тут отлавливаю. Это позволяет мне прокачать вот этого парня. А ну-ка, что там у нас по мульти? По мульти слияние. 5 раз я могу сделать, да? Да, ура. Ну, какая-то мелочь нападала. Но у меня кентричи закончились. Ну, закончились, так и закончились. Так, ну больше, смотрите, да, не хватает 10 очков, чтобы Эрлика качнуть. Но никого не могу качнуть из этих ребят. Очков у меня 600 тысяч. По-моему, я Джемини качнул немножко. На один... А, почти заполнил эту шкалу. Там тоже все упирается в редких тварей. 25 на 5. Ну вот этих парней у меня тут я могу, конечно, насливать много. Прикольно, мне просто нравится комбинация его ударов. Было бы денег много свободных, я бы его тоже качнул. Чисто по приколу для себя. Так, Гриполита качать, что-то мне не очень хочется.
Давайте заглянем в PvP. О, давайте что-нибудь соберем. Поставим. А давайте... Где тут наши лидеры? Блин, 7000. Что у нас здесь есть? Ух ты, поменялись. Вот эти парни, какой-то нестандартный набор. Ну, верхушка, в принципе, стандартная. А вот эти вот парни из новых. Так, что здесь? Ну да, вот... Вот эта вот птичка наша. Смотрите, Фаразаура. Фаразаура, типа, крутая, да? Интересно. Фаразаура и Смиланемис. Да, вот, неплохо. Это у нас у лидеров. Ну, здесь такого нет. Здесь вот более классическая. А вот Тристроникс, он же вообще был никакой. Он, в принципе, наверное, остается никаким. Это кто-то из старой гвардии, наверное. Что здесь? Ух ты, Анакондух. 27-й левел у кого-то. Вот тоже классическая. Ну, правда, вот смотрите. Смиланемис. Смиланемис ребятам нравится. И Фаразаура. Давайте глянем. Вот, Смиланемис, он у меня тоже немножко есть. А, черепашки здесь нужны, да? Вот я вот этого парня не могу создать. Почему? Конечно же, я могу создать этого парня. Давайте, 50 сияний. Ну, давайте сейчас Смиланемиса качнем, что ли. Раз он такой крутой перец. Ну, в принципе, не так уж там... не так уж много я его и качнул. Почему бы и не качнуть? 60 тысяч, 70 тысяч. Так, ну тут все упирается в черепах, да? Ну, карбоцератопс, кому он вообще нужен? Никому он не нужен, наш этот карбоцератопс. В принципе, будем тратить все на смиланемисов. Так. А пахич, давайте глянем, куда пахич уходит. Никуда он не уходит. Пахич весь сюда. Тогда давайте мультислияние. 50 иксов. Так, и сколько у нас тут еще раз хватит? Всего лишь на 3, к сожалению, но это нам позволит качнуть еще минимум на 1 уровень. Так, мне там пылесосом работают. Надеюсь, это не будет нам сильно мешать. Ну, черепах очень мало попадается. Даже не каждый день у меня они так попадаются. Так, ну 24 левел, скорость неплохая, двойной удар, удар с подменой, и когда на него, вот у него просто за счет вот этого, его сейчас берут как парнишку для подмены, я почти уверен, да, после замены вы получаете шанс оглушить соперника, и защита от замены, плюс и две неуязвимости. Так, и давайте на Фаразауру глянем сейчас. Какого она у меня там левела? Вот это он. Наш птиц. Ну, давайте качнем немножко. Так, а ну смотреть. Так, ну, блин, у меня вполне себе нормально. Я могу тут... за мультислиять их всех. Тыщеночка. Ну давайте все потратим, в принципе. Тут все упирается в Фараракаса, да? Ну, ничего страшного. Генчиков и... Вот, смотрите, я потратил уже больше 300 тысяч.
Ну, давайте проэволюционируем даже немного. До 20-го, да? Ну, нормально, че, я еще могу два уровня поднять. Ну, здесь тоже такие удары, да, двойной опережающий, двойной с подменой, уклонение. Ну, ладно, давайте теперь попробуем сделать схваточку. Может, как бы нам фартанет и кого-то мы найдем в противнике себе. Ну, реального, я имею в виду. То есть, с ИИ драться не по приколу вообще. Редко, очень редко находится противник. То ли людей мало играет, то ли как бы это как-то с регионом связано. Кто где находится. Но походу не фартануло. Ладно, отменяем. Тогда идем на карту. У нас тут есть еще башня. Ну и что тебя заглючило? Так. Так. Давайте тогда мы поставим сейчас из наших новых ребят, да, кого-нибудь. Давайте поставим. Протестим их, так сказать. Фарзаура. Так, кого я там на 20-й левел качнул? Вот Фарзаура и Смиланемис. 23-й, да, у меня, по-моему, он был. Вот он. Давайте пойдем протестим. Ну, с 20-го начнем, потому что... Ему, чтобы было посложнее, но там у нас три противника. 24-й... Так. Одинарная атака, щит... Минус 50 скорости цели. Блин, ну что-то даже прикольно. Ладно, давайте начнем с Фарзаура. Так, мышь шустрее. Ну, давайте просто будем пока дымажить. А, у него замедляющий удар. Но у нас есть опережающий удар. Правильно, я его уже не потратил, надеюсь. Черт, я его потратил. Ладно, опережающее уклонение, значит. И очищение. Ха-ха-ха. Короткая оборона. Это у нас сколько? Ну, мы пробьем. Может, на Смиланемиса подменимся? Нет, на Гигаспикозавра. Ну пусть будет Гигаспикозавр, мы давненько им не сражались. Такая широченная у него спина, блин, она прикольно смотрится. Два броника. Кстати, они, в принципе, равные противники. Давайте сразу заберем у него скорость. Это контратака была. И сама атака. Так, ладно, давайте защитимся. А какая у нас защита? 40%! У Гигаспикозавра щита больше, чем у Анкилыча. Это, по-моему, нонсенс. Как может быть больше? Я не понимаю. Жуткий дисбаланс какой-то. Так, ну нам нужно скорость свою поддерживать. У нас она априори меньше, потому... А он неплохо так раздает, да? У нас сейчас щит исчезнет, но его это уже не спасет. А, щит поставил. Мгновенно не побьюсь. Ну ладно, мы слабый удар потратили. Но у него же все равно противника уже нет. Будем пробивать. А почему три? Я же вот тут два кружочка. Откуда третий взялся? Чё-то я не понял.
фишку. Откуда третий, если у нас два кружочка? У нас тут что, бесконечный бой намечается? Эоплацефал, тоже 40 брони, 2 броника. Решает между собой, кто круче, но тут масса должна решать. Гигаспика просто задавит, наступит на Эоплацефала, да и все, и размажет. Неужто ли победа? Я-то думал, тут какой-то глюк. Так, ребятки, у нас есть вот такая вот редкая башенька. И остался у нас здесь один поединочек. Давайте мы тогда уберем, возьмем сюда нашего недавно испеченного парня. Вот тебя возьмем. Так, кого еще тут можно взять? Ну, это будут крепкие ребята, конечно, слишком. Ну, давайте еще возьмем. Так, я вообще-то просто тебя выбрал. А, у нас тут и птичка эта есть, да? Ну, погнали. Начнем со Смила Невиса нашего. Я просто не сражался вот, ну, в PvP особо, то есть как бы не смотрел, как говорится, как правильно использовать нашего вот этого Смила Невиса. Так, Брахич. У Брахича есть замедление. И он им будет воспользоваться. Ладно, давайте сначала снайперский, пока у нас там не проатаковал. А мы уязвимы или не? Нет, мы не восприимчивы к этому. Так, что здесь? У него первый ход, и у меня первый ход. Но замедление нас вообще не колышет. Так, мы себе поставили щит, это хорошо. И снизили ему как бы скорость. Так что это нам даст? Очищение, уклониться и шанс критического урона. Но оно нам уже не надо. У нас есть снайперский удар. Он пробивает броню. Ну, неплохо. Так, теперь тирана Заурус тут появился. У него удары все, да, пробивают броню. Пробивают все. Давайте уклонимся и попробуем за один удар его пробить. Он мне вообще вампира напоминает, такие которые клыки. Нос такой точно красивый. Блин, прикиньте, он кританул и вообще почти меня не продемажил. Если кританем, то ему хана. А опять же, смотрите, одна картинка была. Она куда-то исчезла, что-то какая-то мистика. Что происходит? Снизил урон. Ха-ха, мы даже со сниженным уроном его пробили. И подменились на младшего брата. Ну, третьего не будет. Так, ну, еще я уже тут третий раз пытаюсь найти противника. Противник мне не находится. Так что, ну, наверное, ребятки, на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Если вдруг каким-то чудом не получится сейчас найти противника за 12-11 секунд.